Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители. У нас прогноз «Ближайшее будущее». Что у вас происходит сейчас, что будет происходить, на что вам обратить внимание, и мы получим совет от оракула. У нас с вами будет 4 варианта. Первый такой камень. Так, первый. Второй. Третий и четвертый. Можете выбрать по камушкам, можете по цифрам. Пока вы выбираете, я подготовлю колоду. Ближайшее будущее, события, на что обратить внимание и совет. Так, у нас с вами 4 варианта. Я вам советую смотреть, как я делаю расклад, для того, чтобы настроиться на получение информации. Можете задать свои вопросы. Так, первый вариант. Что у вас происходит сейчас? На что обратить внимание? Ближайшее будущее. Совет мы достанем во время расклада. Второй вариант. Что у нас сейчас? На что обратить внимание? И ближайшее будущее. Третий вариант. Что у вас происходит сейчас? На что обратить внимание? Ближайшее будущее. И четвертый вариант. Что сейчас? Что обратить внимание в ближайшее будущее. Расклад у нас готов. Я надеюсь, вы уже выбрали. Мы начнем с первого варианта. Что у вас происходит сейчас? На что вам нужно обратить внимание? И ближайшее будущее. Так. И давайте сразу совет достанем, да? Совет. Ну что ж, неплохой расклад у вас. Так, чтобы вам было видно, наверное. Так, сейчас. И совета. Joy is fun. Радостное времяпрепровождение. Радостное удовольствие. Так, первая карта у нас. Что это у вас сейчас? Здесь ложится карта «Оптимизм», и она у нас прямая. На этой карте мы видим, что женщина стоит в какой-то очень красивой арке. Перед ней широкие долины, солнце встает на горизонте, и эта арка вся как бы увешана какими-то фруктами, плодами. То есть карта прямая. Здесь вам идет сообщение, что вас ждет какое-то позитивное развитие. Это может быть в деньгах, в любви, в карьере. Но здесь также могут быть какие-то ваши личные достижения или, может быть, творческий успех. То есть по этой прямой карте она говорит, что какие-то старые препятствия уходят, и вы наконец-то увидите вот этот свет в конце туннеля. У вас сейчас усиливается оптимизм, и вы наконец-то начинаете мыслить позитивно. Вот этот ваш оптимистичный настрой – гарантирует, что очень светлое будущее, возможно, такое, которое вы даже себе не представляли, сейчас вас ожидает. На что обратить внимание? Здесь ложится карта Discovery. Discovery – это открытие. Правда, она у вас перевернутая. То есть мы видим, что мужчина, ну, человек, долго-долго промывал песок и, наконец-то, нашел какой-то очень красивый алмаз, хрусталь, слиток золота, да. То есть он сделал какое-то важное открытие. Но когда карта ложится перевернутой, она может указывать на задержку в достижении вот этой вашей цели, над которой вы очень долго работали или работаете. Но так как эта карта говорит, что вам нужно на это обратить внимание, она говорит, что, может быть, сейчас очень много блоков, которые вам трудно преодолеть.
Или вы можете быть совершенно разочарованы какими-то внешними препятствиями, проблемами, которые вот замедляют вас, ну или ваше достижение вашей цели. Но здесь могут быть еще и какие-то внутренние сопротивления. И вам говорят, вы никогда не задумывались отказаться вот от этой мечты, от этой цели, может быть, переключиться пока на другую. Может быть, вот именно та цель, которую вы себе поставили, сейчас вам трудно достичь. Вам советуют выбрать другую мечту, поставьте новую цель и будьте честны с самим собой. Может быть, эта цель, которая сейчас у вас есть, или мечта, она вот именно сейчас недостижима. Но так как в ближайшее будущее у нас тут ложится тройка сайкл, сайкл – это цикл нашей жизни, она у вас прямая, как-то называется инкриз – это увеличение, это рост. Мы видим, идет широкая дорога к прекрасному замку, и по обочинам этой дороги лежат драгоценные камни. То есть карта вот эта предвещает вам время великого роста. Может быть, вы будете увеличивать членов своей семьи или, может быть, расширять свой бизнес. Может быть, кто-то подумает о покупке недвижимости, о начале строительства или о каких-то выгодных инвестициях. То есть, если вы что-то такое планировали, сейчас для вас очень хорошее время. Вот эти циклы нашей жизни, которые меняются, они сейчас привели вас к какому-то чудесному росту, развитию. Конечно, иногда карты говорят, что это может быть что-то непредвиденное, то, что вы не ожидали. Например, кто-то может получить наследство или выгодные вложения, которые сейчас окупятся. Поэтому карты говорят, что вот в ближайшем будущем вас ждет расширение и рост. Ну, а совет у нас – это семерка Energy, как я уже сказала, Joyous Fun – это радостное счастье, удовольствие. И карта у вас прямая. Мы видим, что семья собирается войти в парк развлечений. То есть люди отдыхают, проводят вместе время. И в прямом положении карта может говорить об отпуске, каникулах, выходных. Или, может быть, для кого-то эта карта может предвещать новые отношения, которые принесут вам радость, счастье. То есть карта вам советует сейчас заняться какими-то, может быть, интересными занятиями, которые принесут вам ощущение счастья в вашей повседневной жизни. То есть занятие чем-то, что вам нравится. Может быть, это хобби, или, может быть, это куда-то ходить, общаться с людьми. Кому-то, может быть, карта советует присоединиться к какой-то группе, группе по интересам, то есть объединиться с теми людьми, с которыми вы резонируете, и заняться каким-то любимым делом. Не знаю, может быть, кто-то хотел пойти на йогу, заняться фитнесом, может быть, кто-то хотел начать рисовать, заняться пением. Ну, это все что угодно. Может быть, какие-то спортивные, может быть, какие-то духовные объединения. То есть присоединиться к какой-то группе, а то, куда вас сейчас тянет душа. И вот это вот увлечение принесет очень много счастья в вашу жизнь. Такой у нас с вами получился первый прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Хорошо, мы начинаем для второго варианта. Двоечки, приветствую вас. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас. На что вам нужно обратить внимание. И что у вас в ближайшее будущее. Но здесь больше карты такие духовные. Какие-то духовные, может быть, практики, обучения. Давайте с вами совет посмотрим. Для второго варианта совет. Планирование и действия. Так. Первая карта у нас это четверка People. People – это люди. Эта карта называется Teacher, это учитель. Вот когда эта карта ложится перевернутой, она может указывать на нынешние ваши чувства дисбаланса, неуверенности, какой-то, может быть, тоски или даже скуки. Очевидно, в вашей жизни есть
Проблема, которая должна быть решена, но вы никак не можете понять, как вам достичь той цели, к которой вы так долго идете. То есть, может быть, вы запутались в какой-то ситуации, в отношениях, но вот эта карта, когда в перевернутом положении, она говорит, что для вас сейчас пришло время в первую очередь это успокоиться и пересмотреть происходящее. Скорее всего, есть кто-то, кто может вам помочь в этом вопросе. Может быть, вам уже дали совет. Вот сейчас вам нужно заглянуть вглубь себя и понять, какое решение должно быть для вас наиболее достойным. Но также вам советуют раскрыться для руководителей, учителей, друзей, каких-то потенциальных наставников. Ну, это как в личном, так и в духовном мире. Вот руководство, которое вы от них получите, может быть, это именно то, что вам нужно вот для того, чтобы изменить вот эту текущую ситуацию и постараться вернуть вашу жизнь обратно в равновесие. Вот на что нужно обратить внимание? Здесь ложится духовная карта. Это шестерка спирит. Карта называется Family, Friend and Guides. Это наша семья, друзья и наставники в духовном плане. Вот когда эта карта ложится перевернутой, может быть, она и говорит, что вот эту ситуацию или проблему вы никак не можете решить, потому что не слышите подсказок от вашей духовной семьи. То есть, когда эта карта ложится, она говорит, что есть или вот-вот прибудет в вашу жизнь важный для вас проводник. Это может быть проводник по талантам, по прошлой жизни или, может быть, какой-то другой специалист. Вот от той духовной семьи, которая всегда находится рядом с нами, это может быть вознесенные владыки, это может быть архангелы или даже ваши ангелы. Это могут быть члены вашей семьи, уже ушедшие, которые тоже вам помогают. То есть вы от них можете получать информацию, которая вам сейчас нужна. Но самое главное, для того, чтобы вы услышали эти советы, вам нужно привести свою жизнь в относительный баланс. То есть, во-первых, уравновесить ваши эмоции, может быть, заняться духовными практиками под руководителем какой-то школы или какого-то учителя здесь, на физическом плане. То есть вот эта карта всегда призывает нас получить доступный совет относительно, может быть, проекта, над которым вы работаете. Может быть, это будет проводник по талантам или какой-то другой гид, который ожидает, чтобы вам помочь. Может быть, даже какой-то известный человек, который уже ушел, но который является специалистом в своей области. Им нравится нам помогать, но для того, чтобы они нам помогли, мы, во-первых, должны к ним обратиться, а во-вторых, мы должны услышать, что они нам передадут. У нас в жизни всегда есть проводник, который нам помогает. Это наш ангел-хранитель. И для этого вам нужно раскрыться для вот этого мощного присутствия, которое показывает вот эта карта, даже несмотря на то, что она перевернутая. Здесь есть очень много сущностей, которые хотят сейчас вам помочь. Но вот самое главное, что вы должны просто их услышать. В ближайшее будущее у нас ложится Sacred Temple. Это священный храм. Это храм нашей души. Карта у вас ложится прямая. И она раскрывает основное место вашей силы и вдохновения. Так как вот этот священный храм является местом нашего духа, он всегда для нас доступен. И он является источником мира, равновесия и связи с нашими проводниками. Вы можете получить доступ к этому чудесному месту, медитируя на свой сердечный центр. Это четвертая чакра. И когда эта карта ложится прямая, она говорит вам, что для вас пришло время именно это сделать. Потому что сейчас вы находитесь в точке вашей жизни, вашей личной энергии, где вы можете открыть вот это священное хранилище и соединиться с неограниченной информацией, которая в нем содержится.
Над каким бы проектом вы сейчас не работали, какой бы вид информации вам сейчас не понадобился, личное, духовное, финансовое, медицинское, художественное, научное, ну и вообще любая другая проблема, ответы, которые вы сейчас ищете, теперь доступны для вас посредством хроник Акаши и вашего священного храма и вашей души. И когда вы соединитесь вот с этим мощным духовным источником, вы обнаружите, что все дороги вашей жизни открываются с перспективой. Вообще вот эта прямая карта говорит, что вы сейчас готовы, поэтому найдите время, чтобы войти в этот храм, займитесь медитациями, ставьте позитивный настрой и верьте. Самое главное, верьте. Тогда вы будете поражены той важной энергией информации, которую вы там найдете. И совет. Это у нас двойка Energy. Карта называется Planning and Action. Это планирование и действие. То есть, как в совет. Вам говорят, что вот на карте мы видим, да, компас, карандаш, карты, дорога и вдалеке вот этот замок. Да, кто-то, может быть, сейчас планирует путешествие или готовится к какой-то гонке. И хотя ваша задача сейчас не может быть вот буквально гонкой, да, эта карта говорит вам, что вы должны очень серьезно подготовиться, все спланировать вот каким-то важным шагам и действиям в вашей жизни. Да, в прямом положении карта может посоветовать вам, может быть, куда-то уехать или совершить какое-то путешествие. То есть для вас наступает время какого-то ускорения. И вот для того, чтобы воспользоваться вот этой энергией, которая сейчас будет вам доступна, сделайте вашу важную самую цель приоритетной. Может быть, вам нужно выработать стратегию, составить конкретные планы, то вам советуют обязательно этим заняться в самое ближайшее время. И затем уже следуйте вот этим своим планам с целенаправленным, регулярным действием именно в направлении достижения вашего желания. И когда вы вовлечены вот в эту деятельность, Вселенная воспринимает вас всерьез и отвечает, помогает. Поэтому самое главное – верьте. Позвольте сейчас вот этой энергии веры продвинуть вас к вашей цели. Так у нас получился второй вариант. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего. Хорошо, у нас троечки. Троечки, приветствую вас. Давайте посмотрим, что у вас сейчас происходит. На что вам обратить внимание. И ближайшее будущее. Так, ну давайте сразу вам достанем совет. Так, great gratitude. Так, ну первая карта у вас это что происходит сейчас? Тройка energy. Letting go. Отпускать. Она у вас прямая. Мы видим, что женщина выпускает вот этих сильных собак, отпускает их, да? Они тащили ее за собой куда-то в разные стороны. Но они ее тащили вот от той цели, от той мечты, к которой она так стремилась. И для того, чтобы войти в эту дверь, этой женщине, ну просто этому человеку, да, нужно освободиться от каких-то старых препятствий. И у вас сейчас тоже появится возможность, чтобы освободиться. То есть в вашей жизни есть нечто, что вы готовы отпустить. Это может быть старая работа, место, отношения. Это что-то, что вам больше не подходит. И даже вне зависимости от того, существует ли какая-то внешняя ситуация, от которой вам нужно освободиться, но, скорее всего, существует какой-то внутренний паттерн, который вам сейчас нужно отбросить, чтобы достичь счастья и желаемых результатов. Но мы видим, что здесь не только вот эта дверь открыта, но приоткрыты еще и другие двери. То есть здесь сейчас у вас появляется масса заманчивых предложений, приключений, каких-то вариантов, возможностей.
может быть, вас сейчас мучает какое-то нездоровое или даже вызывающее привыкание поведение. Вот вам нужно сейчас освободиться от этой негативной энергии и поменять ваши вибрации. Пришло время отпустить. Освободите себя вот от этих внутренних или, может быть, внешних зверей, которые тянули вас вниз. И откройте свою жизнь для новой судьбы, которую вы заслуживаете. На что нужно обратить внимание? Здесь ложится карта Family. Но она у вас перевернутая. То есть мы видим, что дети играют, и как бы на облачке еще летит один малыш. Но так как карта у нас ложится перевернутая, она может, ну, конечно, карта говорит, что вам сейчас нужно обратить внимание на вашу семью. Здесь могут быть какие-то проблемы в отношениях с одним или несколькими детьми в вашей жизни. Да, это может быть просто временное какое-то недопонимание в общении или, может быть, болезненный разрыв отношений. Но карта говорит, что постарайтесь обратиться за поддержкой, может быть, к друзьям, к другим членам семьи, и не теряйте надежду. Попросите сейчас высшие силы, ангелов-хранителей, для того, чтобы принести мир в сердца и умы всех участников, может быть, вот этого конфликта. Также у ваших детей могут возникнуть небольшие проблемы. А для детей старшего возраста это могут быть проблемы в отношениях или, может быть, финансовых вопросов. Или, может быть, поведенческие и другие проблемы для молодежи, для детей переходного возраста. Но вот это ваши любящие заботы и внимание могут вам помочь. Но вы должны при этом постараться сохранить равновесие. Ну и, конечно, терпение. Должны понимать, что дети растут, им самим сложно. Только любовь и забота. Если у кого-то есть проблемы с зачатием или, может быть, вообще проблемы отсутствия семьи, да, карта может говорить пока о задержке вот в этих ваших планов, но, может быть, вы чересчур привязаны к результату. То есть кто-то, может быть, очень хочет ребенка и постоянно держит эту энергию. Кто-то хочет создать семью, встретить партнера. И тоже чересчур привязан к этому уже результату. Вам говорят, постарайтесь отпустить вот это свое стремление, отчаяние. И создайте радостное отношение в своем сердце и в вашей повседневной жизни. В первую очередь ребенок, который нуждается в вашем внимании сейчас, это вы сами. Ближайшее будущее. Тут у нас ложится духовная карта. Это тройка спирит. Это называется intuition и manifestation. Но карта ложится перевернутая. В прямом положении, конечно, карта показывает на вашу интуицию, на ваши эзотерические способности, а манифестации того, то есть о провозглашении ваших целей. Ну, может быть, еще профессия, связанная что-то с эзотерикой, с чтением карт оракулов. Ну и, конечно, вот я как сказала, ваши интуитивные способности. Но когда карта ложится в перевернутом положении, то она может говорить, что вы сейчас можете обнаружить разрыв не только с вашей интуицией, но и с вашим будущим видением. То есть вы можете почувствовать сейчас дисбаланс, разочарование или разбалансировку, смещение вас как бы вот из вашего центра. То есть вы не уверены, куда вы идете и как туда добраться. Вот сейчас вам очень трудно получить четкие представления ваших целей. Или, может быть, вы сейчас сомневаетесь, колеблетесь в своей вере, в себя, в ваши способности и в то, что вы хотите воплотить в жизнь. Вот вам необходимо отбросить все ваши сомнения. Знайте, что Вселенная богата, и вы способны проявлять самые прекрасные вещи. Создайте вот эту, визуализируйте вот эту четкую картину, которую вы желаете достичь. И те шаги, которые вам необходимо предпринять. И самое главное, убедитесь, что вы во все вот эти образы привносите радость, счастье, любовь.
И даже в перевернутом положении вот эта карта раскрывает вашу мощную интуицию. Но, скорее всего, вы в ней сомневаетесь. Или боретесь с доверием к тем посланиям, которые вы получаете. И, естественно, это все может блокировать вашу способность подключаться, получать указания, двигаться вперед в вашей жизни. Вот сейчас пришло время доверять себе и открыться тому неограниченному зрению, прозрению, которое есть внутри вас. Что у вас ложится в совет? Это великая благодарность. И карта ложится прямая. То есть благодарность – это понимание великой энергии. Вот эта карта в прямом положении указывает вам, что вы сейчас способны перейти в эту мощную вибрацию. То есть, скорее всего, вам есть за что быть благодарными, даже если вы не всегда это осознаете. И вот это ваше признание многих источников ценностей в вашей жизни действует как маяк во Вселенной. Он привлекает еще больше других и лучших вещей для вас. И вот эта вот постоянная благодарность дает вам, во-первых, повышенный энтузиазм по отношению к жизни и очень большую жизненную силу. Вселенная всегда нас вознаграждает за нашу искреннюю признательность. Поэтому не забывайте благодарить за то, что уже есть в вашей жизни. Вот такой у нас получился третий вариант. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. Ну, мы начинаем с четвертого варианта. Четверочки, приветствую вас. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас. На что вам нужно обратить внимание и ближайшее будущее. Так, ну вас ждет трансформация. Так, и давайте посмотрим для вас совет четвертого варианта. Так, play and safe, да, играть в безопасность. Первая карта у вас тройка intention, это behind the mask, это за маской, когда мы скрываем, да, скрываем свое истинное я. Конечно, в прямом положении эта карта может указывать на важный конфликт в ваших намерениях. То есть у вас, может быть, бывают моменты, когда ваш взгляд на себя настолько негативен. Может быть, вы считаете, что должны скрывать, кто вы есть, и притворяться кем-то, кем вы не являетесь. И это, как правило, приводит к хаосу в ваших мыслях. То есть вы сравниваете себя с другими, вы всегда соревнуетесь и, как правило, внутри себя часто проигрываете в своем собственном мнении. То есть вы продумываете все в мельчайших деталях. Обращаете внимание на любые недостатки. Стремитесь сделать все идеально. И все это может вызывать у вас беспокойство по поводу того, что думают другие люди. Но хуже всего то, что вот этот постоянный поток самоосуждения превращается в бушующую энергетическую реку, которая отталкивает все ваши цели. То есть совершенно невозможно привлечь ваше настоящее желание, если вы никогда не позволяете себе быть настоящим самим собой. Вот эта прямая карта говорит вам, что вы можете и должны отбросить вот это ложное осуждение себя. Независимо от того, насколько глубока у вас сидит эта модель. Ваша ценность исходит от вашей вечной истины, а не от чужого мнения, от чужого взгляда. Поэтому постарайтесь расслабиться и снять вот эту маску. Покажите себя миру, Вселенной, покажите себя людям. Откройте для себя свет вашей души, который есть внутри вас, вокруг вас. И, наконец-то, станьте самим собой. И когда вы примете себя таким, какой вы есть, какой или какая, вот что бы ни думали другие, вы все равно почувствуете себя полностью освобожденным. Может быть, даже впервые в вашей жизни. На что вам обратить внимание сейчас? Great achievement – это достижение, великое достижение. Карта у вас прямая. Мы видим, что накрытый стол какому-то торжеству, празднованию чего-то.
Это банкетный стол. На столе стоят и яркие свечи, какие-то хрустальные блюда, красивые цветы. То есть все готово к какому-то празднику. И эта карта сейчас может указывать на время больших достижений для вас. Работа, в которую вы вложили очень много энергии, наконец-то скоро окупится, и вы получите плоды своих усилий. Хорошая перспектива может быть связана с деньгами, работой, творческим проектом или делами, которые касаются вашего дома или вашей семьи. Но что бы это ни было, карта говорит, наслаждайтесь сейчас плодами своего труда. И несмотря на то, что вот эта вот кульминация ваших достижений сейчас уже близка, но вам нужно будет еще кое-что сделать. Ведь подготовка банкета тоже занимает некоторое время и требует планирования. Вот этот успех принесет вам очень большое удовлетворение, но помните, что ваша ежедневная радость также может быть вот этим образным банкетом. Вносите вот эту радость и счастье в каждую минуту вашей повседневной жизни. И что вас ждет в ближайшее будущее? Здесь пятерка сайкл. Сайкл – это цикл нашей жизни. И у нас ложится карта трансформации, и она прямая. Но трансформейшн – это да, непосредственно трансформация, преобразование, это переход. Мы видим, что женщина держит свиток, и она готовится перейти вот этот мост, отправиться в каком-то новое, наполненное светом приключение, которое открывает время великого внутреннего и, может быть, даже внешнего перехода. И вот эта прямая карта показывает, что вы сейчас находитесь в месте, где вы способны трансформировать старые нездоровые паттерны мышления или поведения в гораздо более высокий резонанс мирной энергии. Но для некоторых людей это не меньше, чем возможность заново обрести себя. То есть ваши внутренние изменения сейчас принесут феноменальные результаты в ближайшем, даже в отдаленном будущем. Поэтому потратьте некоторое время, идя вовнутрь и сознательно выбирая оптимизм, доверие и любовь к себе. Когда вы сделаете эти изменения, вы также увидите, что преобразовывается и ваша внешняя жизнь. Возможно, на горизонте появятся новые отношения или, может быть, карьерный рост. Визуализируйте сейчас вот эти великие внешние результаты, продолжая работать над внутренним переходом сознания и на повышение своих вибраций. Когда вы это сделаете, вы обнаружите, что этот цикл переходит в один из самых лучших циклов расширения. А вот совет для вас. Здесь ложится шестерка intention, playing it safe, это играть безопасность. Карта у вас прямая, мы видим, что женщина сидит за столом, она огородилась забором, а во внешнем мире происходит какая-то движуха. Да? Мы видим здесь открытые широкие долины каких-то возможностей, вариантов и салют. То есть как бы женщина отгородила себя от внешнего мира. Да, ситуация ее, в ее жизни может быть очень даже адекватной, но на самом деле она упускает все радости и волнения за пределами известного ей окружения. Скорее всего, это отражает ситуацию для вас. То есть здесь идет вам совет. Она говорит, что есть обстоятельства, отношения или даже место, в котором вы решили остаться. Может быть, из-за привычки, ограничений или, может быть, неуверенности в себе. Вы думаете, что вот эта вот норка, в которой вы сидите, это что-то для вас очень знакомое, предсказуемое. Ну и, следовательно, это для вас, как вам кажется, это безопасно. Но это не всегда так. На самом деле вы можете ограничивать себя, может быть, даже ограничивать радость, которую вы можете испытать в вашей жизни. Вот только когда ваш выбор остаться вот в этом вашем коконе основан на чувстве подлинной радости и чувстве собственного достоинства, тогда это решение, может быть, находит отклик в вашем сердце.
Но сейчас пришло время рассмотреть все ваши варианты и знать, что вы достаточно изобретательны, чтобы вот вырваться вот за этот забор вашего собственного производства. Потому что сейчас для вас открывается весь мир. Тем более вы будете проходить процесс трансформации. Поэтому вот присоединяйтесь вот к этому празднику жизни. Не ограничивайте себя вот этим забором. Так у нас с вами получился 4-й прогноз. Я благодарю вас за внимание. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Всего вам хорошего. До свидания.